Вообще ужасно, когда признание человека, отдавшего жизнь во имя интересов нашей Родины, приходит только через десятилетия. 33 года понадобилось для того, чтобы увековечить память пограничника Владимира Порываева. Причем это произошло не по велению и благодаря властям, а благодаря общественным объединениям и непосредственно руководителю Орловской организации членов семей погибших защитников Отечества Марине Александровне Дьяконовой. И еще нескольким таким же, как и она, не побоюсь сказать этого слова, святым людям. 17 октября 2019 года в школе поселка Ломовое Залегощинского района Орловской области состоялось открытие мемориальной доски в честь пограничника Владимира Порываева, который погиб 15 апреля 1986 года в период выполнения задач по обеспечению безопасности границ нашей Родины в Афганистане. Его БТР, в котором он был наводчиком-оператором, был подорван душманами в афганской провинции Тахар в районе городка Рустак на развилке Дашти-Чинар. Вместе с ним погибли еще 7 пограничников. Скорбная птица через границу к русским зорницам. Для нас война в Афганистане – история. История, написанная кровью солдат и слезами матерей, обелисками со звездочками и фронтовым ветром, ворвавшимся в нашу жизнь стихами и песнями. Но эту историю должен знать каждый уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины, наших родных, близких, знакомых. Владимир Порываев начинал свою службу в пограничных войсках на северо-западе страны, в достаточно мирном районе Выборга. Но когда было объявлено, что нужны добровольцы для защиты наших южных неспокойных рубежей, Владимир не смог спрятаться за спинами товарищей. Так он оказался в 4-й мотоманевной группе ТУТИ Московского погранотряда пограничных войск КГБ СССР в Афганистане. За время службы на афганской границе и в Афганистане Владимир участвовал в 35 боевых операциях, рейдах, проводках транспортных колонн, проявляя при этом мужество, смелость и решительность. Он не дожил до демобилизации всего 2 недели. Посмертно его наградили орденом Красной Звезды. Погибшему воину, Порываеву Владимиру Александровичу, воину той войны, на которой, так же, как и в годы Великой Отечественной войны, в которой участвовали наши деды и прадеды, счет жертвам, он точно неизвестен. По некоторым данным, порядка 14 тысяч наших молодых ребят, действительно молодых ребят, погибло, порядка 53 тысяч, вернулись контуженные, раненые, люди с той войны. Уважаемые ветераны, сегодня открывается мемориальная доска афганцу. Мемориальные доски в Орловской области открываются по инициативе Орловской областной общественной организации семей погибших защитников Отечества. Нашу инициативу поддержал
губернатор Орловской области Лычков Андрей Евгеньевич. А финансирование мемориальных досок провела компания «Мир Колбас». Мы благодарны этой компании за то, что они помогли нам провести дальнейшую работу по увековечению памяти погибших орловцев. Вы знаете, ребята, очень хорошо, что вы теперь знаете, что в вашей школе учился Порываев Владимир. Вы теперь будете помнить о нем, хранить память о нем. Ведь очень важно уважительное, почтительное отношение к ветеранам, к погибшим ветеранам и к семьям погибших. Обязательно посещайте воинское захоронение погибшего воина, интернационалиста. Я очень надеюсь, что в вашей школе будет создан стенд в память о погибшем афганце. Чтите память погибших. Спасибо. Сегодня мы открываем памятную доску еще одному нашему герою, погибшему в Демократической Республике Афганистан. Владимир служил в пограничных войсках, носил зеленую фуражку. Вот. Вы, дорогие ребята, видите, наверное, сегодня почти память Владимира приехали его сослуживцы. Так получилось, что в этой войне мы потеряли трех наших земляков-пограничников. Но всего 73 человека не вернулись орловцев с войны в Афганистане. Огромную работу проводит организация ветеранов боевых действий и членов семей защитников Отечества. Вот Майя Исановна сейчас перед вами выступала. Она потеряла своего сына в Чечне. Большую работу по увековечиванию. Я как руководитель областного музея воинской славы тоже занимаюсь этой работой. В стенах нашего музея увековечена память 188 наших земляков, не вернувшихся с разных горячих точек, отдавших свою жизнь. Ну, кто-то из вас наверняка видел в Орле мемориал участникам локальных войн, где стоит боевая машина пехоты, три фигуры солдат разного периода службы, и за ними мраморные стелы, где высечены как раз имена всех наших погибших, в том числе на этой стеле и высечено имя Владимира Порываева, вашего земляка. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы память о Владимире, о других наших земляках, которые не вернулись с локальных войн, хранилась. Вы знаете прекрасно, пока мы помним, значит, эти люди всегда живы, они находятся среди нас. Спасибо вам еще раз большое. Цель нашей организации – объединение всех ветеранов пограничных войск Орловщины. Увековечение памяти погибших в локальных войнах пограничников. У нас их в Орловской области 7 человек. Также мы ведем активную работу с детьми. У нас создан 26-й школы имени Алексея Сырцева, героя пограничника, погибшего на Даманском, 26-й школе, военно-патриотический клуб пограничника. В нем состоят вот такие же ребятки, как вы. Недавно они отстояли почетную вахту возле поста номер 1 в сквере танкистов. Что еще хочется сказать? Бывших пограничников не бывает. Пограничник, он не умирает, он уходит в наряд и не возвращается. Вот Владимир Порываев тоже, он не погиб, он ушел в вечный наряд. Но все равно он остается в нашем строю, в наших сердцах. Вечная ему память, мы всегда будем помнить. Лаконичные строки, короткие биографии. Юные лица на фотографиях, им было в среднем по 20. Как это много в историческом измерении, и как ничтожно мало
хоть столько отведено судьбой. Они уходили от нас в этом возрасте, кто-то чуть моложе, кто-то чуть старше. Но ни один из них даже не думал, что погибнет, совершив поступок, который потом назовут подвиг. Я вырос с ним. И так уж сложилось, что первым этот путь или эта дорога досталась мне, и он уже по своей дорожке шел именно там, где шел я. Он вначале служил на финской границе Алакурти. Затем в Выборге формировался в мотоманевренную группу. И уже спустя время он оказывается на территории Демократической Республики Афганистан. Конечно, очень тяжело и больно вспоминать тот период. Но самое главное, хочется сказать, наверное, наверняка и у него так же было. Когда проходил выбор в воинской части для тех, кто будет служить, как говорили нам в штабе, за границей, самое, что удивляет и до сих пор меня удивляет, все ребята, независимо от того, подходит он там по каким-то критериям или не подходит, все просились именно туда, для того, чтобы выполнить свой воинский долг. Владимир также выполнял честно, достойно свой воинский долг, но по стечению, роковому стечению обстоятельств, так уж получилось, как вот уже было сказано, пограничник ушел на ряд и не вернулся. Вечная ему память. Низкий поклон родителям и матерям, которые не дождались своих сыновей. Вечная им слава. Ты знаешь, так хочется жить. Смертью, оплаканы отцом. Они домой вернулись родную землю лечь, а нам живым досталось их в памяти беречь. А в материнском сердце не стихнет никогда та боль и та утрата, будь проклята война. Бессмысленные жертвы, бессмысленных идей, как много загубила страна своих детей. И если мы забудем, и если мы простим, какое ж поколение тогда мы возрастим? Кому звезду героя, кому медаль на грудь? Но лучше без награды, живыми всех вернуть. Ты сами.
организация ветеранов погранвойск, прибывшая на 6 машинах из Орла за лягащей Верховье, приняла участие в данном памятном мероприятии. Открытие доски было осуществлено руководителем Орловской ветеранской организации пограничников Андреем Алексеевым и сестрой погибшего героя Людмилой. На церемонии также присутствовал брат Владимира Порываева Николай и племянница Марина Юрченко. Право зажечь свечу памяти и возложить цветы предоставляется воину-интернационалисту Якушеву Валерию Алексеевичу и лучшим ученикам нашей школы. Зажгите свечи, зажгите свечи. Когда за окнами война, когда мы все сошли с ума, но Бог еще не бросил нас. Зажгите свечи. Ничем не восполните. Будет вечным. Память кому-то, память кому-то, пусть поживут среди нас хоть минуту. Пять школьниц были приняты в ряды юнармии и приняли клятву верности. Ветеранам погранвойск была предоставлена честь надеть на них красные береты этой организации. Вашего земляка, тоже с Павловского, Захарова Сергея Павловича, вручить юбилейную медаль 100 лет погранвойск и удостоверение ветерана пограничных войск. И хотим, чтобы каждый из вас свято верил в свое отечество, знал историю, гордился подвигами своих героев, любил свою родину и защищал ее, как защищал наш выпускник Порываев Владимир Александрович. По окончании митинга орловские ветераны погранвойск вместе с родственниками погибшего героя посетили его могилу вблизи деревни Усово Залегощенского района. Могила Владимира Порываева находится на погосте со всех сторон окруженным лесом. Когда ветераны погранвойск прибыли туда, то оказалось, что на могилу, видимо из-за сильного ветра, свалилась огромная береза. Дружными усилиями удалось убрать упавшее дерево с могилы и навести надлежащий порядок. Выполнил свой долг до конца, достойно. Спасибо вам большое за вашего брата. Низкий вам поклон. Коля, Людмила, мы всегда помним о нем и будем помнить. Что он всегда останется живой вместе с ним. Это действительно. Вы
Гордитесь своим братом. Таких. Царство ему небесное, вечное ему. Сестра Владимира Порываева Людмила и его брат Николай рассказали о его жизни до армии, о том, как он работал в совхозе и очень увлекался техникой, и о том, как тело Владимира привезли с афганской границы в запаянном гробу, который запретили скрывать. Головастый был. Все друзья, у него друзей очень много было. Друзья были вот при... У него постоянно мотоцикл вот это техника эта у него рука. Постоянно. Голова была. Да. И на тракторе он так вот головастый он поднял. А, помню, вот, хотя я еще была подростком, а помню, как вот забирали, как вот сообщили нам, как вот гроб вот этот привезли. Алло. Все вот это помню. Ветераны погранвойск, прибывшие из Орла, Залегащей и Верховья, а также из Ленинградской области, почтили память воина в зеленой фуражке, навсегда ушедшего в пограничный наряд. Залегощинское отделение организации во главе с известным местным поисковиком Иваном Савиным обязалось непосредственно присматривать за его могилой. Благодаря прошедшим мероприятиям имя пограничника Владимира Порываева навсегда останется в сердцах жителей Орловщины. Над горами клубится липкой дымкой туман, делит горы граница на союз и Афган. Тонет солнце багрянец в каменистом горбе, обжигает афганец сквозь пятнистый ХБ. Винтокрылая птица, писем сладкий дурман, вьется пянжем граница, за которой Афган. Ливни злые, косые, студят баночный суп. Далеко до России БТРом мангруп. Склонится к обелиску тюльпан, рядом лента границы, за границей Афган. Вновь повою сирены, ты одет и обут, братья из-за системы мирно спать не дают. Вновь на плечи ложится повседневный наш груз, чтобы спал за границей в серой дымке союз. Тонет солнце багрянец в каменистом горбе, обжигает афганец сквозь пятнистый хэбэ.